Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, от какой косметики я решила избавиться за последнее время. Я пересмотрела полностью свой взгляд на косметику и решила все, что, чем я не пользовалась хотя бы полгода. В плане у нас сейчас мы уже перешли на зиму, то есть всем, чем я не пользовалась летом, вот это в осеннее время, все, что к нему рука не тянулась, или меня раздражает, или мне не хочется пользоваться, я держу для того, чтобы только было. Все это сложилось сюда, еще пару вещей здесь рядом, и все это будет раздаваться подружкам. Что-то я уже продала, как 3 палетки Naked. Я оказалось, что я тени не люблю, поэтому 3 свои палетки Naked 1, 2, 3 я распродала. Здесь есть некоторые вещи, которые я тоже раньше думала, может быть, продать, раздать, потом решила как-то своим девчоночкам подавать. В общем, давайте посмотрим, что же я отдаю. Итак, давайте коробочку поставим в сторону, и сначала вам покажу здесь некоторые вещички. У меня здесь вот такой вот есть тоник от Tires. Я вам уже про него недавно рассказывала. Он на основе розы, розовая вода. Как оказалось, розовая вода — это не моя вода. Мне абсолютно не нравится этот запах, он меня раздражает. И недавно один блогер Диана с Канады, я оставлю ссылку на ее канал внизу, как обычно, она мне сказала, что в ароматерапии есть такое понятие, что если запах вам не нравится, то на вас он работать не будет. Поэтому я решила себя не мучить и решила этот тоник отдать своей подружке Оле. Пусть она его попробует, а может быть, он ей понравится. По-моему, вроде она их еще не пробовала или пробовала, я уже не помню. В общем, ну эти тоники очень хорошие, я очень люблю этот тоник с огурцом, сейчас у меня с лимоном, они мне очень нравятся, мне просто не нравится запах розы. Также я Оле отдаю вот такую вот сыворотку от Мизон, это коллаген 100, я эту сыворотку вообще не поняла, вообще она мне не понравилась, это типа серум сыворотка, а не мое. Не знаю, что она делает, ничего она не делает, обещает, что это 90% морского коллагена, что он против морщин, что он делает лифтинг лицу. Мне он не делал ничего абсолютно, поэтому ее я тоже даю Оле на пробу. Также Оле я даю вот такую вот свою, как это называется, гелевую подводку от Maybelline, вы все ее знаете, говорят, что она замечательная, она действительно неплохая, но, как оказалось, гелевые подводки — это не для меня, я больше предпочитаю пользоваться или черными тенями подводить глаза, или именно этими подводками, которые уже идут в специальных стиках. Это хорошая вещь. Единственное, что я, наверное, бы всем посоветовала, наносить ее поверх базы, потому что на мне она летом была не стойкая. Но, в принципе, за свои копейки, она у нас в Израиле стоит, по-моему, 25 шекелей, что это около 4-5 евро. За свои копейки это абсолютно стоящая вещь. Следующий продукт, с которым я расстаюсь, это такая вот палетка. Здесь есть 4 румяна от NYX. Почему я с ней расстаюсь? Потому что недавно моя подписчица Оля с Тель-Авива, которая просто замечательная девочка, подарила мне 2 румяна от Барбери, и они очень вот напоминают эти цвета, и поэтому нет смысла в этой палетке. Бронзеров у меня так много, тут еще есть один бронзер в коробке, от которого я с которым я расстаюсь, и вот эти вот румяна красные, да, они мне очень нравятся, но я хочу попробовать румяна от MAC, и именно в румянах от MAC я хочу попробовать Frankly Scarlet, и это тоже красный цвет, в принципе, этот цвет считается дюб маковских, я очень давно уже хочу попробовать маковские румяна, где-то уже, наверное, год, и поэтому я решила от этой палетки избавиться, просто потому что все эти цвета у меня уже есть в других вариациях, может быть, в люксе, но эти румяна очень хорошие, я их точно отдам в какие-то очень добрые руки. Так, давайте перейдем вот на вот эту коробочку. Итак, здесь давайте сразу вам покажу два продукта от The Balm. Значит, два продукта от The Balm, их знаменитый Mary Luminizer Highlighter. С ним я расстаюсь, потому что он безумно-безумно металлический, он просто мне не подходит, я физически не могу им пользоваться, я не знаю, каким таким, как им можно пользоваться, если честно, он безумно металлический, ну просто безумно, я с ним из дома просто не могу выходить, ну не могу с таким выходить, не знаю, не мое. И также расстаюсь с таким бронзером, с которым у меня просто не лежит на него сердце, но, в принципе, он чем-то напоминает Hulu, он чем-то напоминает Nars Laguna, он чем-то напоминает Chocolate Soleil, мой любимый от Too Faced, поэтому они у меня все похожие, и этот тот бронзер, который я почти вообще никогда не использую, и меня он уже, знаете, начал немножко бесить от того, что я его не использую, поэтому я решила расстаться, это у меня все идет в Белоруссию, две эти вещички. Следующее. У меня есть вот такие вот две основы от Bare Minerals. Как бы я не хотела с ними подружиться, это оригинальная формула, да, просто два разных цвета. Это у меня Light, а это у меня Fairly Light. Это светлее, это темнее. Короче говоря, я не подружилась с этими основами, к сожалению. На моей коже они абсолютно жирные, выглядят жирно.
а лицо делают абсолютно жирное. Я не знаю, как с этим жиром потом справляться, как я уже их не припудривала, и что с ним только не делала, и пудру сверху, и вуаль и сверху, и под это клала разные базы. Не знаю, не дружу, что у меня с ними, все лето пыталась с ними, морочилась, а скатываются они у меня с лица, потом остаются пятнами. В общем, нехорошее на моем лице средство. Я знаю, что многие в мире это любят, но, к сожалению, это абсолютно не мое средство, как бы я не хотелось бы с ним подружиться, поэтому его я отдаю маме, оно со мной полетит. Может быть, у моей мамы абсолютно сухая кожа, может быть, оно ей подойдет. Попробуем ее приучить к косметике, моя мама абсолютно не пользуется косметикой, бум, кроме помад. Дальше. Есть у меня вот такое вот заляпанное палетка от Sleek румяна. Девочки, румяна, не знаю, что с ними делать. Очень красивые цвета, но абсолютно не знаю, как ими пользоваться, особенно вот этим красным. Он просто нереально яркий. Я просто не знаю, как им пользоваться. Поэтому я еще думаю, что с этой палеткой делать и кому бы ее всучить. Но вот не могу им пользоваться. Вот эти два цвета у меня есть в нескольких вариациях, поэтому они мне не нужны. Этот мне нравится, но он безумно яркий. Он просто настолько пигментированный. То есть, ну, я не знаю, как им вообще пользоваться. Посмотрите, сколько я нанесла и как сильно он сразу передается. То есть, я нанесла буквально, вы видели, еле дотронулась. Его просто растушевать — это целая беда. Это полчаса надо сидеть, все там растушевывать, потом все лицо красное, вообще не знаю, что делать. Так что эта палетка кому-то тоже пойдет. Еще не решила, кому. Она единственная, наверное, которая не решила, кому она пойдет. Дальше. У нас почти ничего не осталось. Там дальше некоторые новые вещи. И последнее, что я, с чем я расстаюсь, что я так и не поняла, как этой вещью пользоваться. Это такой от Bird Bees Miracle Salve. Какой бальзам для всего, и для сухости, и для волос, и в общем, для чего вы хотите. Он просто так откручивается, выглядит таким, знаете, как воском. Его нужно вот так вот расцеплять и потом наносить на те зоны, на которые вы хотите. Ну, какое-то не мое средство, у меня с ним много мучений, на волосы он не идет, для волос он какой-то сложный, его на волосы наносить, на кожу он какой-то жирный, липкий, потом не впитывается, в общем, я его не поняла. Его я тоже отвезу маме, у моей мамы очень сухие руки, может быть, она с ним как-то там подружится, но она вообще совсем дружится, если честно. Моя мама не умеет выкидывать вещи, я к ней лечу делать ей порядок, как говорится. Все понасылала, потом все буду там выкидывать. В общем, засниму вам это видео, покажу, что я у мамы выкидываю, потому что у моей мамы целые склады всего. Вот, но это тоже пойдет к маме, может быть, она к нему приспособится. Ну что, здесь у меня остались несколько новых вещичек, которые я вам еще покажу. Видите, я храню здесь коробочки духов, которые хочу попробовать в Duty Free. Это и вот это, так что это здесь хранится все, в общем, там еще, которые девчонки мне дарили подарочки, они остались там. Ну что, на этом будет вся вот такая вот косметика, с которой я расстаюсь на данный момент. А девочки, не держим все, что нам не нужно, все, что нам не нужно, мы раздаем, отдаем. Когда покупаем, думаем два раза, но даже если мы купили и в чем-то ошиблись, и что-то нам не подошло, например, как мне вот этот Bare Minerals, с которым я очень пыталась подружиться, то не жалеем, девочки, отдаем, мы отдадим одну вещь, и нам придет 10 вещей, 7 хорошие, и пожмем хорошее. Лично так я в это верю. Вы же понимаете, я не могла не забыть. Я хотела вам еще показать, от чего я избавляюсь. Вот такой вот карандаш-помада от Urban Decay. Он в таком цвете фуксия, вот очень фуксия, сейчас давайте нарисую. Очень фуксия, мне просто такой цвет не подходит. Это такая, несмотря на то, что вам кажется, это фиолетовый, он розово-теплый. Розовая теплая фуксия, а камера немножко неправильно его передает, он намного розовее и теплее. Не моя помада, не подходит мне, как-то я ее получила в подарок от Urban Decay, по-моему, когда заказывала одну из палеток, и поэтому она идет у меня тоже в Белоруссию. Беларусь еще не знает, что она туда идет, теперь Беларусь узнает, что она туда идет. А Юля, это тебе, я думаю, тебе она подойдет. С этим, наверное, точно все, всем хорошего дня, пока.